8 июля, в День семьи, любви и верности, в Ангарске состоялся первый книжный пикник. Его организовали Клуб любителей книг «Между строк» и Центр поддержки общественных инициатив. На городской набережной собралась компания из 15 человек. Это ангарские семьи, которые решили вот так провести время вместе. Под открытым небом они читали сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Очень много мы проводим время в интернете, в телефоне, в силу работы, в силу развлечений, да, каких-то дополнительных интересов. Вот. А книга, она остается книгой. И к нам в ресурсный центр обратился книжный клуб, которому будет в этом году всего лишь год. Татьяна. Клуб называется «Между строк». И они захотели вот как-то вместе с нами сотрудничать. Серия таких летних встреч в округе пройдет в рамках марафона «Добрый Ангарск». Молодая организация «Книжный клуб «Между строк» объединяет более 50 любителей чтения.